В Ульяновске наконец-то выпал снег. Белый, пушистый. Он принес не только новогоднее настроение, но и проблемы на дорогах. Их занесло. Во дворах не развернуться и не проехать. Замело и Соборную площадь. В городе уже работает снегоуборочная техника. Как сказали в городской администрации, спецтехника начала работать ночью 20 декабря. 7 колонн расчищали заносы. Для мостов, подъемов и путепроводов заготовили более 280 тонн реагентов. В дневную смену выведено 71 единица техники. Из них 14 единиц занимаются очисткой тротуаров, а также остановок общественного транспорта. Задействовано 75 дворников. Работы продолжаются. Вывоз снега было 40 рейсов выведено. Вот. Также мониторим все обращения из соцсетей. Однако утром и к обеду результаты работы были заметны только на центральных улицах города. Если отъехать чуть дальше, например, на 4-й микрорайон, во дворах все те же по колено заснеженные дороги на прилегающих территориях. Но ими должны заниматься управляющие компании. Если они плохо выполняют работу, можно позвонить по телефону 41 48 15. Жители области информацию могут сообщить в контакт-центр при главе города по телефону 05 и 73 79 11. Как рассказали в Ульяновском гидромедцентре, с 18 по 20 декабря выпала декадная норма осадков. Выпавший снег образует местами на дорогах снежную кашу, которая подмерзнет и возникнет гололедица. Также к середине и концу этой недели ожидаются морозы. Минус 19 градусов днем и минус 27 градусов ночью. Если снежные заносы уберут, то местным коммунальщикам расслабляться не стоит. Декабрь будет богат на осадки. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.